Последние мгновения. Москва простилась с Леонидом Броневым. Друзья, родные и поклонники актера собрались в театре Ленком. Сотни жителей столицы пришли отдать дань памяти и уважения актеру. В Ленкоме Броневой проработал 20 лет. Коллеги рассказывают, что на сцену артист выходил до последнего. Он был таким суперпрофессионалом, который играл почти до последнего дня, до последней минуточки. Марк Анатольевич для него специально писал роли. И даже когда он заболел и не мог играть, эти роли приходилось исполнять другим актерам, но подразумевался всегда Леонид Сергеевич. Он подарил нам счастье выходить с ним на сцену. Он был уникальным актером. Большинство ролей Броневого комедийные. И в жизни актер обладал удивительным чувством юмора. Своими воспоминаниями с журналистами поделился актер Иван Агапов. Как-то Марк Анатольевич ему сделал замечание, он очень обиделся. Он говорит: Марк Анатольевич, почему вы мне делаете замечания, а Янковскому не делаете замечания? Марк Анатольевич сказал: ну не хотите, не буду делать замечания. И на следующий день Марк Анатольевич вышел из подъезда, увидел припорошенного снегом Леонида Сергеевича. Говорит: вы меня обижаете, вы мне не делаете замечания. Вот так что это показывает только его трогательность и любовь к профессии. Я запомнил его именно сумрачным и ощущением, что он все время ждет своего выхода на сцену. И на сцене именно ему гораздо лучше, чем в жизни. Потому что там был зрительный зал, которым он владел 100%. У него нет ни одной проходной роли. Везде, где он появляется, это 100% гениально, просто и очень глубоко и смешно. Леониду Броневому было 88 лет. Проблемы со здоровьем у актера начались в 2012 году. Он перенес инфаркт. 9 декабря он скончался. Причина смерти – тяжелая болезнь сердца. Похоронили великого артиста на Новодевичьем кладбище.